Главного инженера ГКП «Кустанайсу» Виталия Панаетова обвиняют в хищении государственных средств в крупном размере. Это более 4 миллионов тенге. Его заместитель Балата Сейтбаева и заместитель директора ТО «Камдмаркет» Виталия Самоделка в пособничестве совершения коррупционного преступления. Обвинение предполагает, что ГКП закупило 36 метров стальной трубы у ТО «Камдмаркет». Замдиректор предприятия, получив деньги и заплатив со сделки налог, передал 4 миллиона тенге сотрудникам «Кустанайсу», так как трубы на самом деле не было. Панаетов и Сейтбаев разделили деньги между собой. Сделку выявили. Сотрудники департамента экономических расследований возбудили уголовное дело. Инженеров Кустанайсу поместили под арест. 18 суток с 10 по 28. Почему? Февраля. В отличие от Балата Сейтбаева, Виталий Панаетов пробыл под стражей несколько месяцев. Его отправили под домашний арест только 6 июля этого года. На первом же судебном заседании по делу, после уточнения анкетных данных подсудимых, прокурор заявил, что от Панаетова поступило ходатайство. По данному факту с приобщением квитанции с возмещением ущерба на сумму 924 тысячи тенге и 500 тысяч тенге. Это копия квитанции. Так, это что за сумма? Это, пожалуйста, моя. Сумма ущерба. Такое же заявление поступило от Сейтбаева, и адвокат Самоделка тоже заявил о желании своего подзащитного заключить процессуальное соглашение о признании вины. Суд выяснил мнение по этому вопросу у представителя потерпевшей стороны ГКП «Кустанайсу». Сейтбаевым была внесена сумма 400 тысяч по наютам, Петр Александровичу 500 тысяч и 924 тысячи, и Самоделка Виталий Владимировичу 453 тысячи, с учетом того, что сумма, а также 2 миллиона приобщено было ветеранам уголовного дела, сумма ущерба была приобщена. Какое решение будет принято по заявлениям подсудимых и удовлетворит ли оно всех участников процесса, станет известно 22 августа. Виктор Ваташко, Алексей Краснов, Виталий Луговской, РТН.